25 июня на территории нашего хозяйства, крестьянско-фермерского хозяйства ЮЗЕФУ, нас, конечно, знают и в Краснодарском крае, и в Воронеже, и в России, и в других странах. Издательский дом «Крестьянин» проводит традиционно, уже у нас традиция третий год, проводят овощной день поля. Я приглашаю всех наших партнеров, которые предоставляют нам прекрасные, качественные семена, и лук, и картофель, и пшеницу, и кукурузу, и горох, и многое, что здесь можно будет увидеть. Я хочу сказать, что для нашего хозяйства, крестьянско-фермерского хозяйства ЮЗЕФУ, предоставляют многие предприятия семенной картофель для испытания. Это те сорта, которые даже не существуют в продаже. Предоставляются Краснодарским институтом, Зерноградским институтом многие сорта пшеницы, также кукурузы и другое. Я приглашаю наших всех коллег, фермеров и всех предприятий, не только фермы, мне даже иногда обижают, что ООО, холдинги, там все остальное. Мы приглашаем всех, кто занимается действительно этим нелегким трудом сельского хозяйства. Но я хочу сказать и заверить, как руководитель, как хозяин этого предприятия, что вы увидите много интересного. Это действительно хороший подход, финансово обеспеченный, где высокая агротехника, где действительно вы увидите результаты любого картофеля, лука, любой культуры, которая испытывается у нас. Это не то, что просто написано на бумаге, а действительно вложена душа, обработки, это все сделано, но вы можете сравнить сразу же на наших полях с нашими полями, которые в нашем севообороте работают, не просто, а сравнить и действительно посмотреть. На полях будут наши агрономы, у нас, конечно, отличается. У нас есть агроном, который занимается луком, есть агроном, который занимается картофелем, есть агроном, который занимается зерновыми, и главный агроном, который готов ответить на любые ваши вопросы. Секретов мы не держим, мы можем дать точные данные, сколько внесено, сколько затратная часть, которая действительно 100% отвечает тем требованиям, которые у нас растут эти культуры. Приглашаем и ждем гостей.